Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 10, урок 5. Выполни действие. 4 одиннадцатых прибавить 5 одиннадцатых. При сложении дробей с одинаковыми знаменателями знаменатель мы оставляем прежним, а числители складываем. 4 плюс 5 будет 9. Получилось 9 одиннадцатых. Среди ответов мы будем находить правильные и неправильные дроби, или дроби, которые равны единице. Данная дробь будет правильной, так как ее числитель меньше знаменателя. 9 тринадцатых отнять 6 тринадцатых. При вычитании дробей с одинаковым знаменателем мы знаменатель оставляем прежним, а числители отнимаем. То есть от числителя первой дроби мы отнимаем числитель второй дроби. 9 минус 6 равно 3. 3 тринадцатых – это правильная дробь. Ее числитель меньше знаменателя. 1 шестая прибавить 6 седьмых. 1 седьмая плюс 6 седьмых равно 7 седьмых. 7 разделить на 7 будет 1. Данная дробь неправильная, и она равна единице. Дробь, у которой числитель равен знаменателю, всегда равна одному. 11 шестых минус 5 шестых. Получится 6 шестых. 11 минус 5 будет 6. 6 разделим на 6, получим 1. Дробь неправильная, и она равна единице, так как числитель равен знаменателю. 5 восьмых прибавить 7 восьмых. Знаменатель остается прежним, а числители складываются. 5 прибавить 7 будет 12. 12 восьмых – это неправильная дробь, так как ее числитель больше, чем ее знаменатель. 10 десятых отнять 7 десятых. Получится 3 десятых. От числителя первой дроби отнимаем числитель второй. 10 минус 7 будет 3. 3 меньше 10. Следовательно, данная дробь правильная. Возникли вопросы? Оставляйте комментарии под видео.